И когда человек приходит к вам с панической атакой или с фобией с какой-то, вот у него конкретная проблема. И когда вы начинаете торопиться и говорить, да ладно тебе, слушай, у тебя с ядром вообще беда. Вот. Вы выглядите странно для него, потому что он вас не понимает. Но по мере того, как вы вот в рамках его проблематичной области начинаете проводить вот эти вот работы по расчистке завалов, формируете у него новое представление о нем самом, вот как бы что с ним происходит и так далее, вы постепенно, значит, работая с симптомом, да, когда я говорю про завал, я имею в виду симптом, да, невротический, к которому пришел, та самая паническая атака. Но вот вы, и пока вы ее не уберете, вы не докопаетесь до ядра и не сможете вызвать вот ту внутреннюю трансформацию, которая позволит человеку сформировать четкое знание о себе самом и понимание, как не допускать ситуации, чтобы его вот это внутреннее состояние перекипало и выстреливало в виде различных сотрясаний.